Всем привет, с вами Давилович. Сегодня на обзоре внешний SSD USB 3.2 Gen 2 X2 от NETAG ZX20 объем 1 терабайт. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей привлекательной цене, ссылочку оставлю под этим видео. Но сначала посмотрите видео. Я думаю, вы так же как я были удивлены компактному размеру данного устройства после того, как вы увидели распаковку данного внешнего SSD накопителя. И действительно, SSD очень компактный, очень тоненький, с такой вот серьгой, с таким вот отверстием для крепления, там на ключи, да куда угодно. Действительно очень круто. Да, внешний дизайн был скопирован, переработан с внешних SSD от SanDisk серии Extreme, конечно же. Здесь вот гадалки не ходи, видно невооруженным глазом. Но да ладно, китайцы люди такие, которые могут все копировать. Но самое главное, конечно же, посмотреть, что же данный SSD может на тестах. Потому что здесь защита, я так понял, никакой не заявлена от влаги, воды, пыли и так далее. Но все-таки это USB 3.2 Gen 2 X2 SSD накопитель, а значит 2000 на чтение, 2000 на запись. В синтетических скоростях на тестах реальной записи будет поменьше. Но какой SSD стоит внутри, если здесь DRAM кэш, в этом надо разбираться. Так что давайте переходить к подключению и к тестам. Но перед тем, как подключить наш внешний SSD NETAG ZX20 на 1 терабайт, давайте перейдем на официальную страничку нашего SSD. Есть у нас русская версия сайта, где у нас указан объем 512 гигабайт и 1 терабайт. Ультравысокоскоростной интерфейс USB 20 гигабит в секунду. Да, действительно, 2000 мегабайт в секунду на чтение запись должно быть у нас. Все очень быстро, везде и всегда. Все можно подключить, все поддерживается. Стандарты. Скорости не указаны, гарантия 3 года. И вроде как все. Если мы посмотрим в даташит нашего устройства, то здесь по какой-то причине указано 2000 на чтение, 1700 на запись. Хотя странно, почему так. Ну и что касается остальных характеристик, ничего необычного. Комплектацию мы с вами уже увидели, что дальше, сейчас увидим. Но если перейти на AliExpress, на официальную страничку, в официальный магазин NETAG Official Store, объемы бывают от 128 гигабайт до 2 терабайт. Сейчас в продаже, я так понимаю, есть только 512 и 1 терабайт. Ценник у нас здесь, конечно же, ниже, чем продается в российских магазинах. Ну и если мы пойдем в описание, если мы все это развернем, то здесь у нас 2000 мегабайт в секунду на чтение и запись. Бла-бла-бла, все круто, быстро, защищено, поддерживается. После всех тестов обязательно вскроем. Лично я, когда вскрыл коробку, я удивился, какой компактный этот внешний SSD. Я думал, почему-то он будет большего размера, но посмотрим. Так, скорости через USB 3.1 Gen 2. И да, это скорости у нас не те, которые должны быть. Мы здесь должны с вами видеть 2000 на чтение и запись. Странно, почему не показывают 1000. Ну, интересно. А, ну тут у нас другие. Тут у нас все разные модели расписаны. Поэтому у нас и скорости здесь разные. Странно. Но да ладно. Давайте подключать наш внешний SSD. Отлично. Никакой индикации на корпусе нет, ничего не моргает. У нас SSD определяется ZX20, все корректно. Файловая система EXFAT 930 гигабайт. Давайте посмотрим, что же нам покажет Crystal Disk Info на нашем накопителе E. Так, хосты чтения записи не поддерживаются. 3 включения, 0 часов работы, 26 градусов сейчас на SSD. Хосты чтения записи у нас параметр все-таки здесь присутствует, но не расшифровываются утилиты. Ну да ладно, все в порядке. Температура вроде как поддерживается. Сейчас проверим, что нам покажет CPU-ID хардовый монитор. Если мы свернем все устройства. Так, да, NETAG Portable у нас поддерживается отлично. Значит, будем таким вот образом наблюдать. Ну а теперь давайте посмотрим, что же у нас в AIDA64 по данному SSD. Так, смотрите-ка, определяется. Смотрим вендора. Нет, ничего у нас здесь не поддерживается. Если мы посмотрим по датчикам, то датчик температурный 1. Ну, как раз, я так понимаю, это он и есть.
раз 30 градусов он сейчас показывает. Ну и давайте перейдем к обкатке нашего SSD. Тест линейной записи на всем объеме. Запускаем и ждем результат. А вот теперь самое интересное. В процессе тестов у нас почему-то скорость была в районе 400 мегабайт в секунду. После 30% скорость снижается до 200 мегабайт в секунду. И есть еще одна ступень снижения скорости, после чего флешка отваливается. И что вот теперь с ней делать и как с ней быть, непонятно. Потому что теперь SSD никак не определяется. Вот я его отключил. Вот я его включил. А толку от этого никакого. То есть в разделе с дисками у нас никакого устройства не появляется. И вот как теперь быть? Хороший вопрос. Вот так сюрприз! Этот внешний SSD сдох на тесте AIDA 64. Причем самое интересное, что он даже не выдал максимума, который должен был выдать. Он показал там 400 мегабайт в секунду, когда должно быть в районе 2000 где. Изначально, видимо, данный SSD был бракованный. И самое интересное, что на старте теста AIDA 64 начала отваливаться мышка. То есть, как будто бы USB отваливается на мышке. Раньше такого не было. И очень странное поведение данного SSD. Но что поделать? Данный SSD сдох, значит, надо купить новый. Потому что всю сумму на покупку данного SSD мы собрали в группе ВКонтакте. Этот SSD уже разыгран. И после обзора поедет к своему победителю, ну, конечно же, рабочий, второй, а не вот этот. Хотите также принимать участие в розыгрыше SSD, переходите в группу ВК, узнавайте все правила. Ну, а я пересмотрю условия, потому что покупать SSD после того, как они сдохли на тестах, ну, что-то как-то мне не очень хочется покупать по 2 SSD. Да, сейчас мне придется насчет гарантии мучиться, разбираться, чтобы мне там вернули или еще что-то, заменили. Но посмотрим. Так что берем второй SSD, рабочий SSD и делаем тесты снова. Ну что, попытка номер 2 на новом SSD, купленном вот буквально сегодня. Подключаем. ZX20 у нас SSD определяется. Идем в Crystal Disk Info, смотрим. Здесь у нас, в принципе, все то же самое. А давайте мы сравним. Зачем нам гадать? Да, здесь у нас все то же самое, также три включения, также у нас тут набор цифр, он другой по температуре. 19 градусов у нас был, 32. В остальном хосты записи тоже есть, здесь их поболее. В остальном можно считать одно и то же. Но прошлый SSD на тесте AIDA 64 у нас сдох. И думаете, я не буду делать этот тест снова? Я сделаю на новом SSD, купленном сегодня, точно так же. Поэтому идем в AIDA 64. Поэтому идем сразу же в тест диска. Выбираем линейную запись. Выбираем наш SSD. И будем запускать тест. Кстати, сразу же давайте обратим внимание на то, где у нас... на то, что... Тест записи у нас начался с каких-то низких значений, несмотря на то, что это USB 3.2 Gen 2 X2 SSD накопитель. Поэтому давайте прямо сейчас запустим тест снова и подождем в самом начале, что же будет у нас по скорости. То же самое или нет? Другое дело. Абсолютно другое поведение SSD, так что ждем завершения теста. Надеюсь, SSD не сдохнет в этот раз, как это было в прошлый. Возможно, сдохнет, потому что у меня уже мышка перестала реагировать. Микрофон, я вижу, пишет, а мышка не двигается. И на удивление, данный SSD у нас не сдох.
как это сделал первый SSD-накопитель, который был у меня ZX20. Но здесь мы с вами видим, что скорость уже нормальная. Здесь мы с вами видим, что перед нами SSD безбуферный. Треть от общего объема, точнее даже 30% от доступного места на SSD у нас записывается. На максимальной скорости это порядка 1,7 гигабайта в секунду. Потом скорость резко снижается и держится в районе там, 240 мегабайт в секунду, 260. Короче, ожидаемо для безбуферника, но все-таки я ожидал, что здесь будет что-то поинтереснее. Что ж, идем дальше. Заявленные скорости 2000 на чтение, 2000 на запись можно считать подтвержденными. Где-то было заявлено 1700 на запись, так что здесь точно выше, так что здесь вопросов нет. Да, SSD работает по интерфейсу USB 3.2 Gen 2 X2. Что касается случайного 4К, 31 мегабайт в секунду для внешнего USB накопителя, отличный результат. VS SSD Benchmark у нас всего 1106 баллов, да, маловато, это как на хорошем SATA SSD. В ATO диск Benchmark у нас на мелкоблочке скорости невысокие, в 3D марке наш SSD набирает 1285 баллов, тоже хотелось бы побольше. Ну и PC Mark 10 на полном тесте 1034 балла, на быстром тесте 1067. Тоже, да, маловато. Что ж, сворачиваем все наши синтетические тесты, показываю операцию ввода-вывода для тех, кому это интересно. Ну и давайте переходить к записи, к заполнению нашего SSD. Заполнять мы его, конечно же, не будем, потому что после того, как скорости снизятся, там опять, вот заметьте, друзья, идет нагрузка на SSD, мышка у меня снова зависла. То есть я мышкой двигаю, ничего не происходит. Ну это, короче, жесть. Это жесть, 1,2, грубо говоря, гигабайт в секунду у нас до заполнения SLC кэша. Посмотрим, что будет дальше. Опять же, получится ли у нас посмотреть, потому что мышка отваливается. Давайте я выдерну. Ставлю снова. Воля. Мышка работает. Но вопрос, надолго ли? Вот давайте я буду крутить мышкой, чтобы увидеть, когда она замрет. И замрет ли. Но вот как можно было сделать такой накопитель? В чем может быть здесь? Опа, все зависло у нас. Снова. Да. Вот это, конечно... Вот вы не сможете пользоваться ничем, пока у вас идет запись. И то даже запись, наверное, закончится. Не факт, что у вас мышка отомрет. Давайте мы с вами сейчас проверим. В целом 1,2 гигабайта в секунду на USB накопителе неплохо. Но у нас здесь 2000 на чтение запись. Нет, ничего не работает. Поэтому отцепляем. Подключаем снова. И копируем с вами вторую папку. Для того, чтобы посмотреть, что будет здесь. Запись идет, все так же 1,2 гигабайта в секунду. При заявленных 2000... Опа, опять зависло. При заявленных 2000 на чтение запись хотелось бы видеть здесь на циферке, ну, я не знаю, 1,5 хотя бы гигабайта в секунду на реальной записи. Может быть, 1,7. А не вот это то, что мы видим с вами сейчас. Но продолжаем. В конце записи второй папки у нас все так же 1,2 гигабайта в секунду, грубо говоря, но мышка все так же замирает, поэтому передергиваем мышку, точнее разъем, точнее штекер, а не то, что вы там подумали, и копируем третью папку, смотрим, что будет здесь. Да, даже окно в нужном месте разместить не смог, замерла мышка у нас. Жесть, конечно. И вот у нас есть снижение скорости после записи 280 гигабайт, грубо говоря. И скорость у нас снижается до 180 мегабайт в секунду. Да уж, вот такой вот результат. Вот к этому нужно быть готовым, если вы захотите на флешку записать какой-то большой объем данных. Ну а если вы не собираетесь копировать разом больше, получается, сколько, 300 гигабайт, то в принципе вы вряд ли увидите такое снижение. Только при большом заполнении и при большом объеме записи копирования на этот внешний SSD накопитель. Итак, скорость у нас немножечко поднялась до 250 мегабайт в секунду. Давайте дождемся конца записи третьей папки, посмотрим, что будет там. Ну и к концу записи скорость у нас стабилизировалась на отметке 260 мегабайт в секунду. Что ж, все равно скорость высокая для USB накопителя, но, конечно же, не для USB 3.2 Gen 2 X2 накопителя.
Так, что делаем? Что делаем? Снова отключаем мышку, подключаем ее обратно, удаляем все записанные данные на наш SSD. Мышка, я так понимаю, у нас сейчас не должна отрыгнуть, и должно все работать у нас дальше. Так, а где у нас температурные? Это у нас датчики. Видимо, в этот раз без температуры. 54 градуса максимальный нагрев был в процессе тестов. И также в процессе тестов я пирометром замерял. Там было что-то 56 на корпусе. То есть внутри явно что-то погорячее. Что ж, вот такой вот SSD, вот такие вот тесты. Осталось разобрать SSD. Давайте посмотрим, что же скрывается внутри нашего SSD накопителя. Точнее, не нашего SSD, этот SSD я не буду вскрывать, буду вскрывать тот, который вышел из строя. Потому что, а что с ним теперь делать? Ну что, тесты сделаны, результаты получены, и я очень разочарован. Это действительно ужасный SSD, ужасный внешний SSD. Да, внешний вид, корпус, все сделано классно, все сделано компактно, красиво, симпатично, функционально. Но какого фига на двух SSD у меня мышка отваливается в процессе записи на этот SSD? Я, конечно, допускаю, что, возможно, это связано с каким-то, не знаю, USB интерфейсом, еще чем-то. Да, блин, да какая разница? Два SSD показали одно и то же. Хотя раньше на других SSD, также USB 3.2, Gen 2, X2, таких проблем не было. Но самое главное, что этот SSD, второй купленный SSD, он не сдох на тестах, а даже показал себя так, как и должен был показать. Да, к сожалению, на вскрытии мы с вами увидели проприетарную плату. Внутри у нас стоит контроллер Silicon Motion, безбуферный. Соответственно, вот эта вот низкая скорость после заполнения SSD неизбежно будет на любом таком SSD после записи больше, чем треть от свободного доступного объема на этом SSD. Да, SSD нагревается, но за счет корпуса непонятно, сильно нагревается, не сильно. 50 с небольшим градусом я видел, но и что? Что касается тестов, в синтетике все полностью подтверждается, вопросов никаких нет. На тестах реальной записи все-таки 1-2 гигабайта в секунду, хотелось бы видеть побольше. Хотя для USB накопителя и это хорошо. Что же касается скорости после заполнения, то здесь да. Здесь у нас безбуферные SSD, а соответственно и скорости снижаются очень сильно. По начинке плата у нас приклеена к нижней части корпуса. Я не стал уже там ковырять, отклеивать, портить и так далее, потому что зачем? Судя по маркировке на чипах, у нас здесь память от OMTC. И я не знаю, связано это с этим, не с этим, что предыдущий точно такой же SSD просто сдох на тестах. И сейчас придется разбираться, так не хочется. Так что вердикт у меня один. Не стоит вам покупать такой SSD. Вот он не стоит того, что потом, чтобы бегать, сдавать, ждать 45 дней, доказывать, что вы тут ни при чем, что этот SSD сдох сам. Зачем вам это нужно? Поэтому лучше данное SSD обходить стороной, не покупать, тем более на AliExpress, где непонятно, что потом будет. Я думаю, не стоит.
лучше рассмотреть другие варианты, которые проверены, которые точно работают и работают хорошо. Ах да, еще кстати, не стоит забывать, что скорости USB 3.2 Gen 2 X2 вы увидите только через кабелечек Type-C, Type-C. Через Type-C, Type-A у вас будет только 1000 мегабайт в секунду на чтение записи. Да, собственно, я надеюсь, вы и сами это знаете. Ну и я повторюсь, но блин, какого хрена отваливается мышка в процессе записи на этот SSD? Причем и на этом, и на предыдущем тоже. Что за дичь? На этом у меня все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт Pro SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока.